Здравствуйте. Вот, обратите внимание, бетономешалка Фортеста 80-литровая. И вся размещена на флянце 180-литровой. Наружный диаметр, насколько я помню, 30 мм, но там дальше в видео будет указано. Подшипник 6206, это 6206. Самое главное на флянце знать вот этот размер. От этого края до вот этого края. Ну, у нас же есть размер на сайте по центрам. Это от одного болтика до другого, посередине, на друг напротив друга. Дальше покажу другую бетонную мешалку 180-литровую, точно с таким же флянцем. Как я уже рассказывал в предыдущих, 180-литровые бетонные мешалки практически все не отличаются запчастями. Вот 180-литровая еще бетонная мешалка, и вот такой же самый флянц, только в оранжевом цвете. Так как я говорю, размер вот от этого болта до того дальнего по центрам, он указан у нас на сайте и в описании. Ну, дальше я расскажу уже подробно, когда отдельно они у меня будут лежать, какие размеры, какие подшипники, как используются. Ну вот, как я уже говорил, вот эти флянцы отдельного красного цвета, они бывают как красные, как белые, так оранжевые. Это практически ничего не меняет. Наружный диаметр, получается, внутренней части, которая уходит в бетономешалку. Она может быть как закрытого, так и открытого типа. Вот, наружный диаметр будет 30 сантиметров. Так. Вот, подшипники. Подшипники. Подшипники все, как я уже тоже говорил, идентичны во всех флянцах 6206 или 6206, или 206, как народ его называет. Также важно по флянцам, это только посадочные места. Старые подшипники желательно поменять, потому что обычно из-за них и ломаются флянцы, так как они подклинивают и разбивают посадочное место. Всем спасибо за внимание. До свидания.